великие слова. Слово «должен» разрушает. Возникает ощущение, что я должен всем, всему миру. В НЛП из этого «должен» есть один выход. Задать себе вопрос, а что будет, если не? И тут же начинаешь правильно расставлять приоритеты. А вот эти волшебные и очень полезные слова «хочу» и «могу» – это то, что должно звучать в голове. Это «я хочу это делать». Марксисты-ленинисты когда-то ввели такое определение. Свобода – это осознанная необходимость. Когда я сам решил, что надо так делать, я не испытываю стресса от того, что я ограничиваю себя в чем-то. Очень важно, чтобы то, что куда, вот эта цель, была согласована с моими собственными потребностями.